Всем привет-привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! Рада вас видеть! Сегодня у нас видео мотивация. Мотивация на уборку, стирку. Сегодня я меняю постельное белье свое и буду менять также детям постельное белье. Сразу свое постельное белье сняла, загружаю в стиральную машинку. Стирать буду гелем для стирки лоском. Очень нравится мне запах, прям очень вкусный. Так, стирать буду на режиме час, 60 градусов. Ну все, теперь приступаю к смене детского белья постельного. Дима сейчас придет, как раз мне поможет на втором этаже у себя там снять это все дело. Мне-то потому что неохота лазить. Вот, снимаю наволочки, сейчас сниму все простыни. У Димы под одеяльник сниму и все закину в стирку. Детям стелю я новые простыни тоже из Wildberries, заказывала на Wildberries. Простыни на резинке, тоже поплин, вот вам показываю этикеточку. Поплин, простыня на резинке. Хлопок 100%. Я еще и новенькие они у меня, я их еще не стирала. Сейчас вот попробую расстелить. Попользуемся немного ими, потом я их постираю. И уже, соответственно, сделаю выводы, что они из себя представляют. Ну, вы знаете, я вот постелила эти простыни, мне очень они понравились. В плане того, что они такие просторные, по бокам все позакрывали. Все матрасы полностью все закрыли, накрытые матрасы у меня получаются. Очень мне понравились. Ну, конечно же, наверное, они после стирки немного подсядут, но я думаю, сильно они не сядут. Ну, в общем-то, после использования будет видно, тогда уже я вам расскажу, как они в использовании, как они в деле эти простыни. Но пока они мне очень нравятся. Dragging me is constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. У меня что не выходной, то день сурка. То стирка, то уборка, то смена постельного белья, то глажка, то готовка. В общем-то, мои выходные — это день сурка. Кое-как мы застелили там Диме простынь вдвоем. Под одеяльничек я ему одеваю на этот раз. Ему попался под одеяльник, который в центре с дыркой. Он такой не любит. У него вечно ноги путаются. Под одеяльник весь сползает. Ну, пока одела другой, потому что его хороший пододеяльник у меня один, к сожалению, он в стирке. Продолжаем смену нашего постельного белья. Так, что хочу сказать. Постелила новые простыни. Выписывала на Wildberries. Этикеточку я вам уже показывала. Сейчас покажу еще раз. Поплин, хлопок 100%, простыня на резинке, размеры 90 на 200 на 20, цвет эмоций, фирма Традиция, все уже хорошо. Вот, что хочу сказать, просто не новые, еще ни раз не стираны, соответственно, они такие просторные, и здесь вот закрыли полностью весь матрас, блин, тенят. Лампочки. Вот. Если тема просто не у меня уже сели, здесь вот полностью не было закрыто матрас, вот эта вот зона вся была полуоткрытая. Но эти просто не все закрывают. Все зоны закрывают проблемные, как говорится, чтобы не пачкался матрас, хотя там есть на матрасник одетый. Но я думаю, после стирки они немного усадку дадут и будут в самую пору. Сейчас они слегка, я бы сказала, большеватые, но прям вот слегка. Но с другой стороны, зато просторный. И не знаю, по качеству прикольный. Но все-таки это поплин. Посмотрим в использовании. Постелила мальчишкам. Через недельку, через дней 10 снимем, постираем. Посмотрим, как они дадут или не дадут усадочку. Так, ну все. Наша постель поменяла. Деткам постель поменялась. Сейчас будем все перестирывать.
Вчера я стирала вот эту простынь свою из дивана. Я могу сказать, она немного подсела. Хоть и говорят, там читала отзывы, что они не садятся. Все-таки немного подсела, но в моем случае это есть хорошо, что она подсела. Хотя бы тут вот не так сильно висит, как висела до этого. Все равно поменьше стала простынь, более стала поточнее к моему размеру дивана. В общем-то, в моем случае хорошо, что она немного подсела. Но цвет какой был, такой остался абсолютно. Цвет вообще не полиняло, не изменился вообще цвет. Единственное, немножко дала усадку. Но я говорю, в моем случае это хорошо, потому что она была слишком большая на мой диван. С балкона вчера стирала, белье поснимала, уже высохло, все сложила. Теперь приступаю, как обычно, надраивать полы в зале. Хорошо сейчас пола сняла, прям прелесть, благодать. Вообще классно, ничего не мешает. И как-то, когда помоешь, свежесть такая, легче дышится, кажется. И не так жарко от этого паласа, когда он лежал. В общем-то, сейчас намою полы, и будет в доме у меня свеженько, чистенько. Дима у меня лежит под пледом, так как у меня в доме включен кондиционер. Мне это хорошо, он лежит и замерз. Полы помыла, теперь хочу погладить тюль из зала. Она большая, длинная. Пока дело, тут у меня уже постиралось мое постельное белье. Теперь закидываю детское постельное белье, все цветное получается. Также буду стирать лоском. Ну, а это белье пойду вывешивать на балкон. Мне вообще сейчас нравится летом, вывешиваешь все на балкон. Час-два и все сухое уже заносишь. Кстати, вон видно, в окне отражается люстра с зала. В зале у меня включен свет, теневая сторона, поэтому в зале свет включаем, даже и днем бывает. Ну, лично меня это не напрягает нормально, зато хоть не так солнце шмалит. Тюль большая, места будет много занимать, будет на полу лежать, поэтому перед тем, как ее гладить, соответственно, решила протереть полы. Ну, хорошо так протерла. Теперь приступаю к глажке тюли. Я ее глажу легко. Пока я тут ее глажу, дети сзади меня на фоне там в телефоны свои что-то там играют, скачут, бесятся. А я все наглаживаю. Ну, тюль быстро гладится. Она как-то разглаживается вообще без проблем. Хотя, в принципе, можно было, многие, я знаю, делают так после стирки. Не гладят, а сразу ее одевают, чтобы она отвисла как бы и выровнялась. Ну, я сразу ее не повесила. Точнее, знаете, я даже... В принципе, всегда ее глажу, постираю, даже вот как она ровненько, я ее складываю, она у меня высыхает прям, когда высыхает, ровненько висит, но все равно я ее буду проглаживать. Я считаю, что все равно она мятая, она в машинке там отжималась, жмакалась там вся, поэтому я в любом случае ее проглаживаю. Хотя раньше вообще терпеть не могла тюль гладить, а сейчас как-то, ну я то, вообще не люблю гладить, но... Как-то с тюлью я в этот раз очень быстро справилась. Да и знаете, под шумок тоже гладила, пока у меня Владюша дома, чтобы его попросить ее подвесить. Он же высокий, руки высокие, длинные, и он быстренько мне ее сейчас подвесит. Вообще, обычно мне достается это дело вешать тюль, так как зачастую, когда я ее вешаю, сына дома не бывает. Сегодня я прям спросила, гулять пойдешь? Нет, не пойду, не хочу. И я быстренько под шумок сообразила. Думаю, надо пока он дома воспользоваться этим моментом. Быстренько полы помыла, прогладила тюль и его попросила вешать. Я понимаю, там очень тяжело вешать.
руки затекают. Попробуй каждый вот этот крючочек засунь в ту дырочку, которая в гардине есть. И там еще и плинтус впритык. В общем-то, тяжело там вешать, но ничего, он справился. Правда, отдыхал несколько раз, руки свешивал. Затекают руки, действительно. Но ничего, повесили тюль наконец-таки. Роликовые шторы я так и не купила еще. Не знаю теперь, когда я их вообще куплю и куплю ли вообще. Все, тюль повесили. Сейчас до конца сдвигать не буду. Все поглажено, чистенькое. Тюлюшка у нас. Все. Так я и не купила еще роликовые шторы. Сюда тоже на зал хотела купить. На это большое окно. Так, что-то еще и не купила. Думала, думала. И решила тюль вернуть обратно. Повесили тюль обратно. На этом мое видео будет заканчиваться. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Всем пока-пока. До встречи. Yeah.